И вот что интересно, уже сколько пересмотрели портовых городков. Сколько в Сан-Тропе? 79 евро. Рубашка. Сколько пересмотрели городков таких? А вот в Ницце, в старом городе, вот один в один, вот такая вот вся красота. Все стандартно. Всем привет, Павел, который sometimes and feel. Мы в Сан-Тропе, вот добрались. Памятник еще не знаю, кому. Только приехали. В общем, от нашей виллы мы ехали сюда всего лишь какие-то 20 минут. На автобусе вообще нереально не получилось нам сюда приехать. Такси невозможно вызвать. Поговорили там, нашли каких-то людей, они нам помогли вызвать такси, который с ними полчаса о чем-то договаривался. В общем, 70 евро, чтобы доехать от нашей виллы, которая находится в Гримо, в Сан-Тропе. И вот мы только зашли, немножко по-другому себе представлял, но размер яхт такой, как я себе и представлял, да, соответствует Сан-Тропе. Вот, с портом приписки Валетта. Все, идем гулять. Ну, по большому счету, очень много портов таких я видел с красивыми большими яхтами, допустим, в том же Лимассоле на Кипре. И вот стандарт, даже на том же острове Брач, когда я был на тренинге. То есть, по большому счету, вот если посмотреть вот на вот эту вот улочку с кафешками, вот только вот что написано Сан-Тропе, они ничем особо не отличаются, ничем особо не отличаются от таких морских городков. Ну и да, архитектура интересная, архитектура такая немножко итальянская, вот как в Генуе эти ставни. Так сразу и не скажешь, что это Сан-Тропе. Я, если честно, вот как бы вот картинка в голове была другая. Ну, как есть. Марселино Сан-Тропе. Мы все там же. Поднялись вот на такую смотровую площадку. Откровенно говоря, вау-эффекта нет. На любом греческом острове, в принципе, такая же картинка. На том же Родосе. Во Франции, вот в Антибе точно так же. Очень все по-скромному, не знаю, почему так все распиарено. Мы сейчас проезжали, когда вот к нам на виллу, ну, где мы снимаем, там таких мест было миллион, вот, красочных, красивых, даже тот же, ну, от Гримо, там немножко расстояние был, город симпатичный, и вот вся такая же красота. Распиарили. Вау эффекта как от Монако, конечно же нет. Очень милые узкие вот такие вот улочки, кафешки, крепы с нутеллой, сумки Сан-Тропе. 59 евро. Ну вот Антип, просто обычный Антип. На Антип очень похож. Просто... Скажи? Да, Антип и этот старый город Саша де Сан-Тропе. Вот искусство Сан-Тропе, пожалуйста. Кто такой Саша, непонятно. Слушай, здесь можно что-то купить, вот так вот, как в этом. А ну, сейчас я хочу посмотреть. Ух ты, здорово! Прям как в Гаге. Надо что-то купить, хотя все за стеклом. Обалденная галерея. Только почему все со стеклом?
супер красиво.